все-таки Нарди, опорный полузащитник. Это 70-19 номер Сенна, Маркус Сенна. Открытие последних лет, можно сказать, блистательно заигравший в Испании талантливый бразильский полузащитник. Теперь он уже и по паспорту испанец. Подача! Его мяча полетает Хосе Мари. Мяч здесь сыграл центральный защитник Интера. По-моему, это был Матерацци. И вот уже Кики Альварес, не торопясь, ветеран команды, о чем говорит хотя бы его капитанская повязка, возвращается назад. Наиболее опасных, что ли, полузащитников на свете. Борьба. Команду, которая очень сложную пару прошла, чтобы попасть в весной турнир ревности. Давай понять, что забитый гол в ночном поле – это определенное преимущество. Преимущество сработает только если Интер не забьет. Вообще, честно говоря, порой бывает удивительно. Пился. Как считается любимый игрок Массимо Моратти. Удар. Действительно, бил Рикоба. Мяч пришелся в стенку. Не игры Филипп. Интернет не удивлен. Пожалуй, более универсален. А знаете, все-таки очень хороший именно справа. От Кордобы. Подача. Опасный момент. И что там показывает судья? Свисток прозвучал еще до удара. По-моему, облокотился на плечи защитника нападающий Вильгериала. Вот это один пас, собственно говоря, Хави Венте, который был пас на Хави Венту в свободную зону. Да, Вент еще обыграл Кордобу, но согласитесь, что Кордоба была бы обыграна на противоходе. То есть там Верон. И Адриано не цепляется за мяч. Не хочу сказать, что ну вот наконец и первый такой акцентированное происхождение, попавший на чемпионат мира, заявку сборной Мексики. Или нельзя сказать, предварительную заявку. Он принял мексиканское гражданство. Пробился по итогам чемпионатов вот в чемпионскую лигу. Самое главное, что ну, конечно, не каждый день играли, но все равно достижение серьезное. Абсолютно. Эффект обманутого ожидания тоже эффект вполне драматический. Подача. Ничего. Просто еще один взгляд. Последние несколько минут команда буквально сидит на воротах соперника. И атлетичный Сарин, как ему и положено, с его прекрасным прыжком. Сарин. Нарушение правил. Хави Вента. Угловой. Темп Рикельме. Мяч под левой, поэтому он не бьет. Удар! Наконец-то удар! И как взрываются трибуны, они этого ждут. Они именно в этой веке, заметьте, рядом с Рикельми немедленно прошел Верон, как нарочно, прямо, как нарочно. Это именно он в итоге пытался ему помешать. Барлан пятка играет блестяще. Сарин рвется к мячу, ну и, конечно же, не успевает. И нарушения правил там нет и в помине. Очень мудрено было успеть. Подача Хави Вента. Аруа Барена бьет головой. Жестко поставил ему соперник плечо. И сильным ударом. Вновь управление Адриано. Мяч летит. Адриано выигрывает борьбу Кики Альвареса. Но бросается в ноги Пенья. А Альварес... И удар Станковича. Такой рикошет может быть опасным. Но это бывает три штрафных, когда вратарь чуть выходит вперед. И тогда мяч может... Рикельме. Так тоже ведь нельзя, прям бьет.
Кокенарко засуетился, и Фолит. Адриано Фолит. Вот. Был у нас сегодня, его нанес Интер. А вот это уже может быть очень опасно, штрафной удар. Можно сказать добрые слова о защитниках Интера сейчас, но вы знаете, воздержусь пока, потому что ничего особенного на поле не происходит. И ну посмотрим. Подача. Ну что ж, вот и свисток судьи. Первый тайм окончен. Кое ждем. Тут семеро одного не ждут. Пол Европы ждут одного сейчас. Та половина, которая наблюдает за это. Стена входит на площадку. Пас партнера. Удар. Великолепный удар. Ну вот наконец-то. Ну вот наконец-то хоть появилась возможность прикрикнуть у вашего комментатора. Градус игры приподнялся. Хороший был удар. Попытка нацелена пробить. Положить мяч в угол. Конечно, она сам по себе не удалась, но все равно было довольно опасно. Это Хосе Мари идет. И угловой, вот он, вернее, на фоне разрушительной трибуны. Ну, со скоростью у него проблема, сам не пошел. Ну, и вот Станкович пугает зрителей. Есть Рикельми, и он склонен бить, что называется. Вот и сейчас удар по воротам, наконец-то в створ. Вот только занял совершенно идеальную позицию. Но в данном случае, конечно, не гарантий, в чертом роде. Просто вот так играют, падают в борьбу. Но лучше дело в том, что около этих ворот угловые идут. Можно развивать атаку, Форлан идет, мне кажется, на фол. Искал фола, мне кажется, Форлан. Что делал Хосе Мари в офсайде, нам, наверное, всем только предстоит понять. Центральная зона явно совершенно Хигу палит на соперники. Врывается в штрафную Хосе Мари, что показывает судья вне игры. Там не матч против Локомотива. Зевал так, что готов был судьям Локомотив проглотить, но это несущественно совершенно, потому что Венгерел открывает счет и делает это. Родольфо Аруа Барена. Друзья мои, вспомните, пожалуйста, сколько раз я вам рассказывал в чемпионате Испании, в трансляциях, и сегодня вам тоже говорил о том, что это очень редкий для крайнего защитника футболист, прекрасно играющий головой, просто прекрасно. И вот он, гол Родольфо Аруа Барена. Уже не первый в этом розыгрыше. Я почти верю, что он и первой головой забил, вы знаете. Почти убежден. Великолепная подача. А его просто забыли. Они же не смотрят этого плюс. Они же не знают, что он так головой здорово играет. Или по другой причине. И вот тогда Роа Барена. Прекрасным, еле заметным касанием. Как настоящий мастер. Тут же зашли изменить чуть-чуть направление полета мяча. Опередил Тольда, и все. 1-0. И вот уже Вилье. Форлан, удар. Тольдо. Блестящий Тольдо. Вот и зрители оживились. А тетенька, наверное, спрашивает, какой счет и кто забил. Хотя там, вы знаете, публика понимающая. Были лично еще одна подача штрафной. Опаснейший момент. Сарин был уже готов аналогичным Ароба. Героическая стенка встречает мяч головой, там падают футболисты. Опасный момент. Мартинс, как так не смог он пробить, все-таки интересно, а? А вот что между Камбьясой и Верой произошло, я, честно говоря, уже не рассмотрел. Но, похоже, ничего страшного. Падает штрафной Сарин.
Наверное, опять его голова оказалась на уровне локтя Матерацци, я так думаю. Да. О, это хамство. Это самое настоящее хамство. И я думаю, что футболисты Вильяреал, не просто, а команда Вильяреал должна после этого матча настаивать на санкциях в отношении Матерацци. Звуковой, чтобы войти в игру. А пока Хосе Мари играет на Форлана. Удар по воротам. И будет еще один угловой. У Сарины еще одна целая бровь осталась. Вполне можно бороться за верховые мячи. Толкают руками в спину Рикельми. Пас момент может получиться. Как же цепко действуют итальянские защитники. Если удастся. Кальеха, Касорло и Диньо Франко. Опасный момент может получиться. Бьет поворотом. По-моему, это был Адриано. На правом фланге Хосе Мари. Прострельный бежит Форлан. И что здесь решит судья? Франко будет бороться за мяч верховой. Нет, здесь Тольда, конечно. Не смотри. Высоченный Форлан. Удар. Это не гол. Это все было очень красиво сделано. Штыком, так сказать, бил Форлан. Протыкал мяч. Вот это ускорение. А, кстати говоря, смотрите-ка, Иван Кордоба. Прострел, опаснейший момент, это был удар по воротам. И Тольдо сумел переложиться. Такой резкий, такой хлесткий удар. Защитники Вильяреала, чтобы не давать возможности продавить мяч в ворота. Чипашлет на Круз, вот зачем он вышел. Адриано пас в штатную площадку, падает Мартинс. Вассерс показывает, надо играть. Мне казалось, что там не было нарушения правил. Споткнулся о стоящую совершенно безобидным образом ногу Мартинс. Штрафной в сторону Интер, безусловно. Уже есть место и время для джентльменства. Опасный момент, падает Адриано в борьбе, в толкотне. Никто не мешает ему. Следующая, возможно, еще не будет рисовать. Смотрите, все, финальный свисток. Вильяреал в полуфинале. Третий год подряд Вильяреал попадает в очень высокую стадию Европейского кубка. В этом есть своя закономерность.